Примадонна российской эстрады все еще способна поражать поклонников изменениями своей внешности. Причем исключительно в положительном ключе. Недавно 70-летняя знаменитость перекрасила волосы из рыжей бестии и стала платиновой блондинкой. На свежем снимке Алла Пугачева позирует в черной шляпе и светло-серой куртке в клетку. Ее глаза ярко подведены карандашом, а светлые волосы падают на плечи. Причем это не кудри, к которым все давно привыкли, а ровные пряди с кокетливой челкой. Фанаты поспешили выразить свой восторг: красоточка, просто космос. Молодая, сколько она радости нам дарит, всегда неотразима и жизнерадостна. На этом фото то ли Кристина похожа на вас, то ли вы на нее, блондинка. Какая красота вам идет, прокомментировали свежий кадр подписчики. Кроме того, звезда огорошила всех приятной новостью. Насладиться ее юбилейным концертом смогут все желающие за вполне демократичную цену. Все те, кто не смогли попасть на мой юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатрах в конце октября, указала артистка и попросила следить за рекламой. За день пост Пугачевой собрал свыше 119 тысяч отметок «нравится». Запись лайкнули в том числе Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Кристина Арбакайте, а Игорь Крутой оставил взволнованный комментарий: «Обязательно пойду». Напоминаем, юбилейный вечер с новой программой состоялся 17 апреля 2019 года. Это был первый сольный концерт Аллы Борисовны за последние 10 лет, на который артистка согласилась в честь своего 70-летия.